Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Ну что, как всегда, ежедневочки. Давай смотреть. Так, выиграйте игру взрывоцветным растением-героем. Нанесите 21 урона цитроном и заморозгом. Давай, наверное, знаешь, вот это я поменяю. Блин. И я думал, что так, разыграйте 3 танцующих зомби. Это придется нам за заразительную сальцу играть. Короче, взрывоцветным нам нужно сыграть и выиграть по возможности. Взрывоцветной — это у нас бабах и, по-моему... А кто у нас еще? По-моему... Ну, да. Ну что, попробуем, ребят, сыграть за наш подсолнух. Сейчас будем... Профессор, да, мозговая атака. Ну, что-то как-то... Ну, ладно, попробуем. Ну, что, поставим, наверное, в первую очередь этого. Он сейчас, наверное, кого-нибудь влепит. Или раздавит, или еще что-нибудь такое сделает. О! Яйцо! Беспонтовое, уничтожили, ребят. Это круто. Начало неплохое. Давай так сделаем. Поехали. Мишень. Так, он же может танцоров, по-моему, да, вызывать, насколько я помню. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас его вот так вот уничтожим. И поставим... А вдруг у него танцор есть, а? Давай смотреть. Так, и остается у него 3 хп, ребят. Где мой фруктовый микс? Друзья. Да ладно тебе применяться, у тебя там целая куча, блин, всяких заклинаний. Чё ты там дёргаешь? Во! Ещё не легче. Прикинь? Бочки, ребята, у него были. Где мой микс, блин, фруктовый, я еще раз говорю. Шлюпок несчастный, а? Кукуруза. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Нет, только нет, сейчас как звезданет, блин. А чем звезданет? Он может заклинашки только взять. Да ну какая кукуруза, ну на чем ты, блин? Я не знаю, кто там у него, ребят. Поэтому сделаем вот так. Ах, ты жук несчастный, а. Но зато 6 урона, ребят, не... Получим. Да иди ты в пень, блин. Неужели, ребята, проиграли, а? Прикинь. С бонусной атакой, я твою налево, блин. Да, поехали. Прикинь, такое вот, ребята, вот мне не дали ни одного фруктового микса. Просто, мне надо было 3 в лицо ему звездануть и все. Сказали, иди гуляй. Просто иди гуляй, пацан, и все, ребят. Ни микса тебе, ни хрена тебе не дадут.
воронке. Ну, этот начинает, короче, со своих разборок, блин. Так, ну что, гриб дали мне? Поставить его, что ли? Давай так сделаем. Лучше пускай так. Клубника. Клубничка, друзья мои. Давайте так сделаем. Так, а вот теперь, сиди и думай. Грибная поляна, да? Ох, грибная поляна. Давай так попробуем сделать. Но мне-то одна, наградка выпадет. Ага. Тратится ли? Так, ну этого мы с тобой уничтожим через вот эту вот. Давай сделаем так. И, наверное, вот так. Там посмотрим уже, что пойдет. Заколебал. А, блин! Ладно. Опять мишень. Угу. Ну что за фризы еще начинается? Так. А, ну я понял, ребят, к чему идет дело. Ну, сейчас уже получше что-то дали хоть. Ну что? Так, еще что нам еще сделать? Давай так. Там же посмотрим, что там будет творить. Бонусная атака. Ха, бонусная атака, ребят, тратить, ладно. Ну и что, кого-то там, этого что ли бомбанешь мне? Ради бога. Что дальше-то делать будем? Так, подсолнух появился. Ну, это, в принципе, для нас не проблема. Этот, в принципе, тоже не проблема. Так, друзья мои, поехали. Сделаем так. Дальше что нам лучше сделать? Фруктовый микс. Ну да, в лицо получим. Пока все. Да ты заколебал, а?
Ну что, мы можем хинуться успеть, в принципе. Вполне, причем легко. Если он, конечно, чем чудить не будет. Ну, допустим. Так, что нам сделать? Либо ему пробивать лицо, либо хиляться либо. Сделаем, наверное, так. И... оптимально, да? Давай смотреть. Две карточки берет. Две карточки берет. Так, сейчас у него защита, наверное, сработает, нет? Но почему ты срабатываешь, когда мне... Я надеюсь, что этот охламон мне что-нибудь нормальное вытащит. Так, я понял. Эх, друзья мои, друзья, что ж нам сделать лучше? Так, если мы этого бомбанем. А че я туплю-то? Что-то совсем расслабился, да? Давно не играл, ребята. Разучился. Угу. Так, теперь, друзья мои, 20 единиц урона героям Цитроном. Надо нанести Цитроном. Я за Цитрона играю, как я не знаю кто. Это что у нас такое получается? Минимум бобов, максимум ерунды всякой. Вот этих бы, наверное, архарцев лучше взять, мне кажется. Вот этих вот. Вместо кого? Вместо вот этих вот огурцов. Или вот этих вот взять. Вот я даже и не знаю, ребят, как лучше сделать-то. Давай попробуем вначале так сделать. Такую команду сыграть. Что у нас там получится, будет уже дальше видно. Наверное, ландшафт, который он нам дает минус 2 по земле, ну, я имею в виду шипастый, наверное, надо было его убрать. Тем более против этого охламона. Да куда ты, е-мое? Вот мне кажется, что мне дали противника, у которого будет баллончик. Или камень. Атомиканы. Вот как его увеличать. Сейчас посмотрим, какую мне способность дадут. Ну, сейчас заодно и проверим, ребят, есть ли у него камень. Или что-нибудь такое, уничтожение какое-нибудь. Ай, чувствую, не к добру это все, а, ребята. Ой, чувствую, не к добру это все. Он его будет прокачивать через... Через что он его будет прокачивать-то? Да через все, что хочешь, он его может прокачать. Ага.
Давай так сделаем. Еще один. Сейчас пшш. А, нет, там три энергии нужно, чтобы пшикнуть. Вон, камень. Он, ребятушки, берет камень. Надеюсь, у него только один камень. Все здоровье восстановил, а. Сейчас защита, само собой, сработает у него, как всегда, ребят. Слушай, вот этого, может быть, поставить, а? Ой, давай посмотрим. Сейчас вирус будет включать. И опять у него, ребята, срабатывать будет блок. Ну... Я тебе говорил? Я тебе говорил, что у него будет баллон, ребят. Так, ладно. Сейчас посмотрим, что мне дадут. Ничего хорошего не дали. Че, выкидываем этого, да? Не получается, ребята, этого выкинуть. Придется нам сделать вот так вот. Ой, чувствую, сейчас в... Да ты посмотри, у него, блин, есть все. Твою налево, блин, со своими валунами запарил, блин. Специально, что ли, дают такого персонажа, у которого, блин, все это дерьмо есть, блин. Заколебал уже, серьезно говорю, блин. Че, бомбить, что ли, я не знаю, блин. Это бред, блин. Все у него находится, блин. Давай в блок. У него блок срабатывает, а у меня... А у меня нет, ребят. Я его выкинул, что-то я бабушке. Может, вирус поставить, да? Сейчас посмотрим. Цитрон, как ты у меня... Вот, ребят, не умел никогда за него играть, блин. Этого плешивого цитрона. Так и не умею, блин. Достал, а? Но сейчас будем пожирать у него энергию, ребят. Я надеюсь, у него за ноль ничего не будет, блин. Это... Я знаю этого хламона, он может, ребята, сандалить. Все, шарик сейчас покатится. Надеюсь. До свидания. До свидания, родной. До свидания. Он не ожидал, наверное, что у меня будет орех. Качешься. Прям аж, блин, на эмоции, ребята, вывел меня. Все у него есть, блин. Че не поставь, у него есть, блин. Баллончик есть, блин. Шаров набрал целую кучу, блин. Ой. Не то, не то, не то, не то, не то. Нам нужно за заразительную сальсу сыграть, ребят. Танцующих зомби. Подожди, подожди секундочку. У нас, кстати, по-моему, есть зомби-танцоры, вот эти вот, которые...
Или нет у меня их? А у меня что, нету танцующих вот этих? Где они? Серьезно? А бочка есть? У тебя бочка есть? Нет у тебя нифига ни бочки, ничего у тебя нету. А, нет, есть. Попробуем, друзья мои, попробуем. Не уверен, конечно, что что-то получится. Тем более против Розы. Тем более против Розы. Что-то все приходится нам менять. На чем будет Роза играть? Пока ни на чем, да? Давай так поставим. Будешь замораживать, превращать, что-то будешь, Роза, делать. Я думаю, что они бобовые. Бобовые! Окей. А раз бобовые, значит бобовые. Ты капелька, блин. Ну давай. Ох ты, уничтожает, посмотри. Так, ну это мог ломанок крышка. Не крышка еще пока. Там будут росточки брать. Он будет брать росточки. Давай я так вот сделаю. Сейчас превратит еще в кого-нибудь, блин. Так. Ну что, этого, ребята, уничтожаем, понятное дело, да? Через капельку. Да и можно было бы этого, в принципе, уничтожить. Но я пока не буду. Возможно, я сделаю большую ошибку, друзья мои. Возможно. Так. Бубнилка, блин. Давай смотреть. Потратил, хорошо. О. Это похуже, конечно, будет. Кто? Ух. Погнали. Ну понятно, понятно, сейчас сработает. А, нет, ну не сейчас, вот сейчас. Сейчас заморозит этого хламона мне. Друзья мои, 5 единиц урона нужно нанести, блин. Я в принципе... В принципе знаю, как нанести, но как мне это реализовать? Но. Далее что? Вот этого ставим и все, ребят. Ну что, валим этого, да, тогда получается?
Погнали. Два. Так, раз, два. Сколько там он наносит? Два единицы урона за каждого. Ну что, выставляем этого тогда. Блин, не получится. А вот теперь получится. А вот теперь, друзья мои, блин, он же не танцующий зомби. 3, 5, 8, да? Все, поехали. До свидания. До свидания, родной ты мой. Как-то так. Как-то так, друзья мои. Против Розы на 50-м ранге, ребята, очень сложно драться, потому что я сам за нее играю, и я знаю, что, о чем я говорю. Так что тут далеко не до шуточек все было. Ну что, у нас, по-моему, там есть ежедневное задание. Давай его выполним. «Взгляд в будущее» называется. Орех в доспехах играет с тыквенным королем. Остановите его как можно скорее и переходите в нападение со стратегической колодой «Форсаж» профессора «Мозговая атака». Спасибо! С профессором «Мозговым атакой» я должен, блин, сейчас, ребята, драться. Против ореха. Против, блин, ореха я должен драться. Я пропущу. Хотел использовать это, но придется, ребята, это использовать. Пропускаю. Ну, какие карты дадите мне? Да. Ладно. Ну, давай так проверим. Ты жук, а? Кто вылупится? Это специально так сделали, что ли? Я не понимаю, блин. Как, друзья мои, думаете, у него есть там что-нибудь против него? Так, ну мы сейчас усилим наши карты. Ну давай так глянем. Смотри, что делает, а? Так, ребят, этот орех нам надо будет как можно быстрее убрать к чертовой бабушке отсюда. У нас, в принципе, есть чем его уничтожить. Так, давай защиту. Прекрасно. Пока не будем делать. Ой, друзья мои, я даже не знаю, что сказать. А если у него еще мелкие орешки есть? Сейчас посмотрим. Серьезно? Ну давай вот этого, наверное, уберем. Хотя лучше вот этого убрать. Да какой вызов-то, ё-моё, вы чё, блин? Давай так. Поехали, друзья.
Жалко, 8 в лицо, конечно, не прилетит ему. Прилип, прошло. Давай я так вот сделаю. Так, наверное, и... пока ничего больше делать не буду. Трогать-то никого не... А, не, вот так сделаем еще. Теперь снесем. Подожди. Давай-ка, наверное, лучше вот так сделаем. И теперь вот так. Я не знаю, что у него там, ребята. Либо хил сейчас выпадет, либо защита. Вот это вообще беспонтово он сделал, ребят. Ему сейчас в лицо прилетит. Зачем трогал этот пузырь? Слушай, за счет вот этого мы прокачали карты свои. Да офигенно, ребята, просто. Ему бы даже здесь зеркальный орех бы не помог бы. Жалко, вируса у нас не было. Мы бы там вообще бы ему так бы в табло бы прокатили бы, что мало бы ему не показалось. Так, ну что, дорогие друзья, все, задание выполнено на сегодня. И... пожалуй, мы будем закругляться. Нам нужно всего лишь 260, ребята, кристаллов для того, чтобы приобрести 11 паков. Ну, я думаю, для этого у нас еще будет время. Ну что, на этом будем закругляться, ребята. Через, наверное, минут 15 попью кофе и пойду поиграю в Снэп от Marvel. Так что, кому интересно, заходите и смотрите. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.